Лживость геноцидного режима, при котором мы существуем, действительно не живем, а больше существуем, очевидно для тех, кто вообще способен различать ложь. Большинство, кажется, уже не может этого делать, потому что массированность пропаганды настолько плотная, что не оставляет человеку возможности для самостоятельного мышления, для критических оценок. Мы постоянно сталкиваемся с такими людьми, которые в значительной мере уже сошли с ума. И у них нет такой способности, чтобы действительно воспринимать правду, которая нужна, поскольку весь 20 век изолган вдоль и поперек предыдущим режимом. Сменивший его режим оказался не менее лжив и уничтожил все альтернативные точки зрения, которые доходили бы до массовой аудитории. Отсюда и массовый психоз, который свойственен любым геноцидным режимам. Одна из задач интеллектуалов, которые все еще сохраняют честный подход к жизни и трудятся для того, чтобы народ все-таки был просвещен и знал свою собственную историю, является разоблачение лжи, которой наполнен весь 20 век. Текущая политика тоже требует такого же подхода, но все-таки надо разгребать те завалы, которые созданы большевистским режимом в предшествующий период. Можно сказать, что о 20 веке даже образованный русский человек знает очень мало, и если знает, то знает прямо противоположное тому, что было на самом деле. Участвуя в разрешении этой проблемы, я по мере сил собрал материалы, которые у меня были, и выпустил вот такую книжку «Век лжи. О фальсификациях истории 20 века», которую сейчас и распространяю, предлагаю. Эта книга неудобна для издателей, потому что она касается в том числе и современности, и слишком острых вопросов. Одна из глав посвящена тому, что в 1993 году Конституция Российской Федерации не была принята. Проголосовало примерно около трети избирателей. Конституция не была принята. То же самое касается и учреждения СССР. Я взял отдельную главу из другой своей книги и сюда поместил. Правда, всегда неудобно, в том числе и для обычных людей, которые уже вобрали себе в мозги то, что им проповедовали, начиная со школьных лет, в особенности большевистские мифы. Например, миф об отречении государя-императора Николая II. Он так въелся в мозги, что трудно увидеть где-нибудь альтернативное осуждение. Все почему-то считают, что император отрекся. Нет, он не отрекался. Здесь достаточно подробный материал, включая и последние мои замечания по документу, который считается подтверждением отречения государя, где совершенно четко заметно, что документ напечатан на двух печатных машинках, что быть, конечно, не могло. Это прямое свидетельство о фальсификации. Я уже не говорю про все остальное, фальшивую контрассигнацию министра двора, фальшивую подпись государя. Все об этом я и раньше писал, я перенес просто тот материал, который раньше мной публиковался, сюда, для того, чтобы включить эту тему в общий контекст. Здесь также о русско-японской войне, это непроигранная война, которую пропагандируют большевики как позорную, как катастрофическую. Да, были трагедии, это все наши трагедии, наша история, что не отменяет подвигов и славы этой войны. И не отменяет того факта, что эта война проиграна не была. Она была прекращена, но не проиграна. Дальше об империи, о Первой мировой войне, которая называлась Вторая Отечественная после Первой Отечественной 1812 года, война германская, так она в простонародье называлась, а по-другому она не называлась, это большевики придумали название империалистическое и тоже там опозорили все, что угодно и заврали. Поэтому коротко об этом. Коротко о многом, но, естественно, не обо всем. Но именно поэтому и коротко, что каждая тема достойна того, чтобы написать целую книгу. Культ мертвых героев, например, о том, как
Сталин и его компания создавала мифических и фальшивых героев. Чапаева вы все знаете. Все изобрано. Ничего общего с тем, чем был настоящий Чапаев, фильм Чапаев не имеет. Тут же о казачьих генералах, которые служили, служили Гитлеру, прямо вот прямо так вот. Служили, и всякая вот подобная чушь, там, служили Гитлеру. Герои как раз Второй Отечественной, они вообще-то служили России, а с большевиками они воевали. С ними было у них противоречие по аграрному вопросу, кто кого закопает. Вот, то есть здесь тоже нужна правда и отделение вины от возбужденного психического состояния, которое навеяно путинской пропагандой. Даже очень приличные люди совершенно не понимают, чем была в том числе и Великая Отечественная война. Не опровергаю ни подвига героев, ни преступлений преступников. Но надо отделять одних от других. Во-первых, настоящих героев прославлять, а выдуманных героев убирать в архив и объявлять о том, что это фальшивка. Об этом должны все знать, что есть фальшивка. Вот здесь я тоже пишу о 28 панфиловцах. Это четко совершенно известно, что это фальшивка. Но поскольку у нас Министерство культуры стало в некоторый момент Министерством пропаганды, они снимают фильм «28 панфиловцев». Поэтому, когда обнародуются сведения о фальсификации, которые были известны сразу после войны, было проведено расследование, все детали были известны. И когда эти сведения публикуются, то министр Мединский, тогда был министр, он начинает скандал, увольняет директора Госархива и так далее. И чтобы оправдать затраты на вот эту фальсификацию, на фильм, я его даже не стал смотреть. Да, возможно, фильм по там, спецэффектам, по игре актеров замечательный, великолепный. Но у нас и другие фальсификации есть, в том числе и те, которые ближе к современности. «Девятая рота» фильм никакого отношения к «Девятой роте» не имеет. Ну, просто никакого отношения. Это просто целиком выдумка. Все персонажи выдуманы. Ну, хотя бы взяли и написали бы не «Девятая рота», а там «99-я рота». Нет, надо обязательно сказать, что вот так было, так не было. 28 панфиловцев так не было, потому что не было вообще ничего. Также Министерство культуры проспонсировало и поддержало фильм о Зое Космодемьянской, современный фильм. Так не было, потому что либо неизвестно, как было, либо к этому добавился пропагандистский миф. Я тоже достаточно подробно пишу об этом, абсолютно не унижая героизма выдуманной или невыдуманной, то есть была ли это Зоя Космодемьянская или это была другая девушка, неважно. Там был мученический подвиг. Это зафиксировано, сомнений нет. Но все остальное, весь пропагандистский миф, это, конечно, фальшивка, и это надо четко знать. Об Отечественной войне, о ее сущности, о том, что здесь параллельно была также еще и гражданская война, недоигранная. Почему? Потому что пришли оккупационные войска германские, и все обиды, которые были нанесены советской властью, они были чудовищные. Это массовые казни, не меньшие, уверяю вас, не меньшие, чем у германцев. И разница была только в том, что эти вроде бы как оттуда, вот из Москвы, свои, в каком-то смысле свои, но они же тоже убивцы, то есть это свои разбойники. А эти чужие разбойники, их еще и понять невозможно, что им надо и за что они уничтожают людей. Но это была параллельно Отечественная и Гражданская война. На фронтах была Отечественная война, а в тылах была Гражданская война. Так же, как и в тылу, сталинские репрессии и уничтожение людей продолжались, концлагеря работали. На фронте слежка за, прежде всего, офицерами была, их арестовывали и гноили в лагерях, продолжалось это все, потому что армия, как казалось Сталину, могла выйти из-под контроля, он действительно этого очень боялся, особенно в победной войне, вот когда уже победа близка, генералы слишком много о себе думают, маршалы тем более слишком много о себе думают, как бы они ни были обласканы, они являются победителями. Они реально командуют войсками. Ни Сталин, никакой не победитель. Это уже тоже послевоенный миф, которым оправдывают вообще все. И зачем вот эта советская пропаганда сегодня?
Потому что этот режим плоть от плоти большевизма. Это просто такие же большевики, ну просто перекрасившиеся, сменившие знамена. Тип человека остался тот же самый. Поэтому они лгут беспрерывно, и поэтому нам надо разоблачать эти мифы. Ну так или иначе, нормальный русский человек должен понимать, что это геноцидные режимы, которые сменяют один другой, и люди не меняются. Это те же самые члены КПСС, это те же самые чекисты. У них религия чекизма создана, у них святой или их там суперпатриарх в каждом кабинете висит, Дзержинский, изуер, наркоман и просто подлец. Ему создан тоже такой вот образ мертвого героя, а это действительно был изуер. Об этом тоже надо знать, ну, может быть, кто-то отдельно напишет. Вот заметьте, что негативных образов большевиков за все прошедшие 30 лет не создано. Даже мне прислали, я не стал смотреть сериал «Троцкий», потому что мне и артист совершенно не по душе, и герой, которого он исполняет, тоже совершенно не по душе. Но кусочек я посмотрел, но это же очеловечивание Троцкого. Ну, законченного негодяя, законченного беса пытаются очеловечивать. Не создан, там Сокуров создал, ну, совсем уже карикатурный образ Ленина, но реальный образ Ленина так и не создан. То есть реальная история не отображается в искусстве для того, чтобы правда была донесена до людей. Там фильм о Сталине за рубежом выпустили, действительно правдивый фильм о смерти Сталина, о том, как вот эти пауки в банке там грызлись. А у нас этого ничего нет. У нас исторический фильм – это продолжение пропаганды большевизма, с которым перестали бороться, в том числе и на Западе, потому что объявлено, большевизма нет. А он, наоборот, растекся по всему миру, в том числе и по Европе. Фасад остается демократический, как и в Российской Федерации. Конституция вроде как демократическая, только никто ее не исполняет. Вроде бы декларации демократические, вроде бы даже выборы какие-то есть. Но не то, что никакой демократии нет, а самый настоящий геноцидный большевистский режим. Ну, такие либерал-большевики. Они и там, за рубежом тоже либерал-большевики. И поэтому там тоже поддерживается, ну, где-то там есть пространство свободы, правда просачивается, но большевистский миф тоже поддерживается. Вот в том виде, в котором пропагандистские материалы были до краха СССР. Они же СССР тоже разрушали для того, чтобы разрушить страну, а не для того, чтобы вытравить большевизм. Дебольшевизация или декоммунизация не состоялась в Российской Федерации. Вот денацификация в Германии состоялась, да, там стерли с лица земли вообще все, что напоминало о нацизме, в том числе и людей. Массовые казни после войны, изъятие из жизни людей, даже которым сохранили физическое существование, это произошло. Нет нацизма, но с нацизмом борются все. Борются на Западе, борются в Российской Федерации. Раньше боролись так называемые правозащитники, теперь это уже норма для следователей, прокуроров, судей. Они тоже борются, им поручили. Они борются на самом деле против русских людей, против русского национализма, который является единственной спасительной идеологией. Но они борются. Для этого пропагандистские мифы и нужны. Они повторяют большевизм дальше, дальше и дальше. Они не разоблачают ложь, а повторяют ее. Мне приходится, вот, хотя вроде бы это не основная моя тема, но я собрал несколько своих материалов вместе и добавил туда новые статьи, которые написал, более тщательно разобрал. И вот получилась такая книга, которую вы можете у меня заказать. Электронная почта написана под этим роликом. Вы можете мне написать. Если вы заказываете две книги, то я сделаю скидку. Две книги покупать удобно, потому что вы разделяете свое переживание этой книги с кем-то еще, кому-то вы дарите, и потом обсуждаете что-то. Скоро выйдет еще одна книга «Контртип», перевод Эриха Йенша. Очень сложная была работа, она завершена. В ближайшее время выйдет и эта книжка. Как только она выйдет, я тоже сделаю ролик, ее покажу. Но ее уже сейчас можно заказывать. Книга достаточно объемная, поэтому достаточно дорогая. Ну, как и все книги, теперь становятся очень дорогие. Но у меня они дешевле. Почему? Потому что затраты на верстку, затраты на подготовку обложки –
для вас, для читателей, равны нулю. Соответственно, и стоимость очень небольшого тиража, который выпускается, заметно уменьшается. И я, хотя и цена остается достаточно дорогой для покупательной способности, но она ниже, если бы вы увидели эту книжку в магазине, заметно ниже, так существенно, раза, наверное, в 1,5-2. Приглашаю вас к чтению, к формированию своего мировоззрения на основе правды, на основе правдивых материалов, на основе правдивых документов. И слава Руси, Господи, спаси!